Наталя Гудунков вважає, що гімнасти не повинні втрачати спортивну форму навіть у відпустці. У меня, знаете, немножко такой психоз, я все время начинаю смеяться. Но я думаю, что у меня все получится, и чтобы я насильно не переживала, я сделаю все так, чтобы было все отлично. Ну, ты будешь бежать на время, красиво или аккуратно? Я буду бежать с верой, надеждой и любовью. Со всеми тремя сразу? Конечно. Я желаю тебе действительно удачи. Давай. Грязь – это сила, грязь – это класс, но надеюсь туда вообще не попасть. Капитан Луцко, Наталья. Кто скажет, что она не гимнастка? Пусть первый бросит мне камень. Смотрите, как красиво падает, как настоящие гимнасты. Я сейчас опять упаду! Наташка, вся в грязи уже. Оп! Ай, какой красивый кульбит. Давай-давай, твори чудеса! Ой, боже мой! Посмотрим, что будет с двойным ударом. А, удар в голову и все. Как-то не пошло и здесь. Справжнє руде бісеня. Натуська! Ху-ху-ху, як яскраво було, мені сподобалось. Стала в пригоде? Да, спасибо большое, Альбине Николаевне. А что, мы проходили давай такую общую заняться. Физическую подготовку. На канате было очень сложно. Ручки стали слабенькие, и я просто не в силах была туда влезть. Я думаю, что ты просто отримувала задоволення від кожного відрізку цієї дистанції. Это точно.